Молодец, Владик. Молодец, умничка. Это первый заплыв у него такой на 12,5. Молодец. Обратите внимание на шапочки со сборной страны. Так что будет президент сборной страны. Все, молодец. Мам, так вот, умничка. Ни одного участка не было. Вот надо принести сюда лыжи. Вот початки такие были. Нормально. Тогда бы сразу никаких коррупционеров не было бы. Никаких взяточников, ничего. Молодец! Вот, пожалуйста. Надя. Она чемпионка Ульяновской области, призер чемпионата России. Помнишься? Видите, как спокойно, прекрасно. Сергей Иванович Морозов, конечно, должен гордиться таким. А куда ему деваться? Да. Молодец! Красавец! Ой, ну мы пойдем. Аж носки самые разворачиваются. Молодцы! А где? Приветствовали Надежду Чешскую! Ура! Ань, давай, Аня! Следующий! Красный угол! О, поприветствуем! Аня, воду согрели! Воду идет Анна! Сборная России! Ура! Мастер спорта! Мастер спорта по плаванию! Аня, Аня! Поприветствуем! Аня, Аня! Давай, давай, давай! Аня! Пошла вперед! Главное, чтобы ничего не отморозилось. Владимир Иванович Кузьменко. Чемпион Ульяновской области, чемпион города Ульяновска, России по холодовому плаванию. За 60. Да, 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 да. Настоящий полковник. Владимир Иванович Кузьменко, Советский Союз, Россия. Молодец! Ура! Аня Бахитова! Аня Бахитова! Чуть ли не Роза Сибитова. Да, похоже. Давай, Аня, молодец. Аня у нас лучше. Видите, как красавица. Привет, привет. Вот так вот, держите. Участники чемпионата мира по холодовому плаванию. Да, участники чемпионата мира в Тюмени по холодовому плаванию. Призер чемпионата России, первенство Татарстана, Башкирии и Чувашии. Молодец! Опа, не туда плывешь, не туда. Владимир Иванович, молодец, хорошо проплыл, мы болели за тебя. Молодцы, дорогие, славные, молодец. Да, вот это рано. Гордимся тобой. Победа у дядьки, вот видите, что опасно. Мы за тебя болели. Сейчас мы травму получаем.
Молодец. Молодец.